Я хотела бы заниматься защитой природы. Я вижу главной целью этого курса — самоконтроль. Сознательное питание укрепляет и очищает наши тела. Ух ты! Ты правда все это съешь? Эльза, пожалуйста, ну хоть разок что-нибудь поешь. Я питаюсь сознательно. Для нас крайне важно приучить детей урезать свое потребление. Она дала мне чай. Я не знаю, что у вас тут происходит, но мне кажется, что госпожа Новак манипулирует нашими детьми. Я ухожу. Это какой-то розыгрыш. До вас не дошло? Это вопрос веры. Я доверил вам заботу о нашем ребенке. Нарекаю вас членами клуба «Зеро». Клуб «Зеро» в кино с 27 июня.